Если в квартирах ульяновцев еще прохладно и отопление только начинает поступать, то в образовательных учреждениях области уже тепло, как летом. 80 школ и больше 130 детских садов города полностью готовы к встрече зимы. Перед стартом отопительного сезона в каждом учреждении проводились подготовительные работы. Промывка, опрессовка, проверка приборов учета и заключение контрактов на техническое обслуживание систем отопления. Воспитанники детского сада номер 17 на улице Гагарина могут спокойно играть в футболках и шортах, а родители могут не беспокоиться, что их дети замерзнут. Все благодаря комфортной для детей температуре и теплым полам. Температурный режим 22-24 градуса. На втором этаже у нас в группах где-то около 22 градусов, а на первом этаже у нас 24 градуса в связи с тем, что у нас в этих группах установлены теплые полы. В школах температурный режим также соблюден. В учебных классах до 24 градусов, в коридорах до 23. Все соответствует нормам Санпина. В лицее при ЛГТУ, например, отопление дали в первый день пуска тепла. У ребенка спрашиваю, как комфортно в школе, тепло, не тепло. Он мне сказал, да, мам, все хорошо, очень тепло, очень комфортно. Кстати, какая бы погода ни была за окном, в стенах лицея столбик термометра не падает. Все благодаря установленному прибору погодного регулирования, или погоднику, который соотносит температуру теплоносителя с погодными условиями. В морозы батарея греет на максимуме, а при теплой, как сейчас, погоде, температура теплоносителя на входе не превышает 38 градусов. Подобные умные приборы установлены в 102 учреждениях образования. Анна Тищенко, новости Ульяновской правды.